Здравствуйте, вы слушаете «Вести Магнитогорск» на маяке, в студии Антон Грабарев. Конкурс для юных магнитогорцев стартует уже совсем скоро. В юбилейный 20-й раз состоится музыкальная горошина. Участниками могут стать дети от 4 до 13 лет включительно. По условиям конкурса каждый участник принимает участие только в одной номинации и исполняет только один номер с любым музыкальным сопровождением, но только кроме фортепиано, продолжительностью не более 5 минут. Номера можно представить в следующих номинациях: лучший вокалист, лучший чтец, лучший танцор, лучший артист оригинального жанра. Открытие – самый юный участник – Надежда. Оценивать выступление участников будет жюри конкурса, в составе которого представители профсоюзной группы ПАО ММК и специалист в области культуры города Магнитогорска. Отборочные туры состоятся 26 и 27 марта, а финал 23 апреля. Магнитогорская администрация распродает имущество. На торги выставлено несколько объектов. Мэрия продает недострой по Белорецкому шоссе. Там предполагается производственный цех. Следующий объект – долгострой жилого дома по улице 50-летия Магнитки, 29. Также на продажу на аукционе выставлено нежилое административное здание по адресу улица Чайковского, 90. Получить дополнительную информацию об условиях проведения аукциона и условиях договора купли-продажи можно по телефону 49 84 89. Чтобы сдержать рост цен на хлеб, власти установили компенсацию. В России поддержат производителей хлеба. С сегодняшнего дня вступило в силу новое постановление правительства, которое предусматривает субсидию для хлебопека в стране. Компенсация составит 2000 рублей за каждую тонну хлеба и хлебобулочных изделий. Небольшие пекарни производят в среднем 15 тонн в сутки. Таким образом, они получат около 1 000 000 рублей в месяц. Крупные же предприятия, где выпекают около 60 тонн продукции, смогут получить более 3,5 миллионов. В общей сложности на выплаты выделят 2,5 миллиарда рублей, но есть ряд условий. Субсидия распространяется на продукцию со сроком хранения не более 5 суток. Кроме того, организация-получатель должна будет зафиксировать цены на продукцию. Под Магнитогорском со станции исчез холодильник. Происшествие произошло у железнодорожников на станции Смеловская. Похититель задержан. Холодильник у железнодорожников украл житель Верхнеуральского района. Мужчина 1971 года рождения похитил бытовую технику из пункта обогрева на станции. Похищенное имущество злоумышленник вывез с территории станции и продал. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, превысил 7000 рублей, пишет магнитогорский рабочий. Злоумышленника задержали сотрудники магнитогорской полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, только уже по статье за наркотики. Теперь его снова ждет суд. Налоговые вычеты теперь будут оформлять намного быстрее. Федеральная налоговая служба сократила срок проверки декларации для получения налоговых вычетов до 15 дней. Об этом говорится во внутреннем распоряжении налоговой. Соответствующие меры ускорят возврат средств россиян, например, по имущественным и социальным вычетам. Ранее проверка по социальным вычетам длилась 3 месяца. Еще месяц отводился на возврат средств. По имущественным вычетам процесс с прошлого года ускорили. На проверку давался 1 месяц и 15 дней на возврат средств. Всероссийские проверочные работы перенесены. Теперь школьники напишут их осенью. Решение принял Роспотребнадзор из-за угрозы распространения COVID-19. Новые даты написания работ с 19 сентября по 24 октября. В ведомстве также сообщили, что новое расписание будет сформировано до 5 сентября текущего года. В Минздраве Российской Федерации допустили вероятность новой волны коронавируса в марте и в апреле 2022 года. По мнению специалистов, эти месяцы могут стать ключевыми для ухудшения эпидемиологической ситуации. 25 марта – Всероссийский день правовой помощи. В связи с этим в пятницу в библиотеке Крашенинникова пройдут бесплатные юридические консультации. Консультация нотариуса с 11 до 13 часов, юриста с 13 до 14. Вопросы пенсионного законодательства можно задать с 13 до 15 часов, а вопросы ЖКХ, семейного, жилищного права с 14 до 16 часов. Защита прав заемщиков, банкротство физических лиц с 16 до 18. Адвокат будет работать с 17 до 18 часов. Консультации проводятся по адресу проспект Ленина, 47, Центр правовой информации, библиотека Крашенинникова. Получить
получить информацию и записаться можно по телефону 23 24 73. Хоккей продолжается. Сегодня в 21:30 наша команда сыграет с омским «Авангардом» в Балашихе. Счет в серии 2-1 ведет соперник. Напомню, 22 марта Магнитогорск обыграл «Авангард» со счетом в нашу пользу 5-2. Хэт-триком отличился Николай Голдобин. Теперь магнитогорцам нужно выигрывать матч, чтобы сравнять счет в серии. В город Металлургов хоккей вернется 26 числа. В конце про погоду. 24 марта в Магнитогорске плюс 4 градуса тепла, облачно и без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Спонсор выпуска – магазины хорошей еды 712 и ИП «Бурдяк» Наталья Анатольевна. Котлеты рыбные. По цене 189 рублей за 400 грамм. В сети магазинов 712. Хорошая еда для хороших людей.